Я и забыл, что все Бетховены должны оглохнуть. Сегодня я уже не юный Моцарт, как вчера, а Мусоргский в его последние 2 дня. Гениальная аллегро пульса упразднилась до пьяно ломанного ритма каблука. И партитура мира износилась до школьного сольфеджио грибка на толстых ступнях Иоганна. В руках держу я камертон и делаю оттуда поглоточку. А после дую в горлышко и слушаю свисточки, в дыхании найти пытаясь прежний тон. От музы мягко веет ацетоном, и мой стакан уже наполовину пруст. Меня томит тягучим разговором о поисках утраченных в сини. Позором? Гармонщик. Мадлен. Обвитые спиралью звука смыслы, распятые от нижнего порожка до колка, теряя форму, убегают от меня. Как если бы от православного сбегал с креста, крича «Христос! Иисус не тот, с кого вам нужен спрос!» Куда несешься, вера ты? Разбилась вера, в вере ртуть. Как я тебя теперь хочу вдохнуть. Сейчас похмельным ухом слышу эхо, играет акапельный лейтмотив. Я крикнул в тишину опять, она ответила мне строго: ждать.